Что-то пытался сразу, видимо, в касание, не очень получилось, но перевел потом на Гусева. Теперь уже Бурдасов слева. Ломается клюшку Бурдасова, тем не менее, это гол. Вот так. Ну, в момент выпуска шайбы. И побежали 2-1. Хоккеисты СКА, Антон Бурдасов, даже 3-1 получается. Бурдасов в касании, все-таки СКА выигрывает этот матч. Ну как же так, минчане провалились сейчас. Когда мы говорим какое-то звено, если я буду это подобным образом называть, это просто их отражение в протоколе. Бросок по воротам Антона Бурдасова и шайба в сетке ворот. Ну как же Антону дали бросить, ты уже только что сказал, что он... Юханс, наверное, ни разу не потревожил после вот этих отрезков. Воробьев в центр, передача, Поленков, еще передача, бросок и гол. Открывает счет в этом матче Антон Бурдасов. Классный бросок под перехват. Ближняя пятака куда-то на то место, где находился Кимпайнен чуть раньше. Делает пас. Ну, а здесь Бурдасов расстреливает. 1-1. Так, конечно, к этому ушло. Вылетает из состава и входит, и понятно, что тяжело со всеми партнерами сразу найти общий язык. Гол! Это Бурдасов! Дуплетом забрасывает шайбу СКА. Да нет, зачем? Пока есть Гусев, который может поднять на синюю, а Гусев может сочинить любую передачу. Вот теперь под бросок сходу, пожалуйста, Бурдасов, дубль, 3-1, 20-я шайба. Все у борта, Фантенберг. Розыгрыш через Гусева. Бросок, гол, Бурдасов, 2-0. Прошла передача. Долго перепасовывались. А как вот, если вот к словам опять же, ну так, сейчас посмотрим, что здесь Кузьменко сделал гол. И СКА открывает счет в этом матче. Я подозреваю, что Борис Миронов уже не очень доволен. Активен на пару с Александром Шаровым. И снова выход 1-1. Антон Бурдасов. Бросок. Гол. Если Поленков простил, то Бурдасов уже нет. 3-1. Меняются петербуржцы. Гусев уже на левом краю. Он отсюда тоже любит раздавать. Кузьменко направо. Бурдасов. Касание. 2-1 в пользу СКА. И это вновь гол в большинстве. Все-таки сегодня Бурдасов. Только сейчас Парыс выбил шайбу из своей зоны. Кузьменко перевел, Бурдасов, бросок, еще один гол, 2-2. Ну как здорово сыграл Кузьменко, уже находясь на коленях. На дальнюю, где Кузьменко ждал. Пас не прошел, Бурдасов 4-1. СКА реализует большинство, СКА укрепляет свое преимущество. Ух, ну здесь... Уф. Вот за секунду до того, как шайба залетела в ворота, я прям понял. На партнера дает, это Кимпайнен, он оставляет Андрею Кузьменко. Кузьменко, ух, какую передачу на Бурдасова дает. Антон заряжает и точно в 9. Получите. Его на себя Тайлер Граутс. Здорово сыграл. Не жалея себя, шайбу сумел отразить. Гусев, перевод, Бурдасов и вновь шайба в воротах. 7-2. Я говорю, когда Бурдасов попадает в створ ворот, это практически всегда. Вернее, вся тройка сегодня с очками и все голы пока на этой тройке. А теперь СКА. Гол! Это гол Антона Бурдасова с возвращением, капитан. Я только хотел сказать, что Кузьменко... Была. То есть даже лидеры, даже хорошо укомплектованные команды без спадов не проходят сложную дистанцию. И момент у СКА! И все-таки удается послать шайбу ворота. Федот